Друзья, мы продолжаем тюнинг красного автомобиля в походно-полевых условиях. Точно полевые, потому что мы находимся на кукурузном поле, достаточно жалко выглядящем, очень таком вот неухоженном кукурузном поле, где-то далеко в поле, непонятно где. Итак, мы уничтожим еще две надписи, которые концерн Volkswagen нанес на этот автомобиль. Последние два логотипа. Volkswagen. Народный автомобиль. Или народный вагончик, да? Народная тележка, средство передвижения. Вот он. Наш один Volkswagen. Ну и на капоте впереди второй. Все делается элементарно просто. Для этого нужна крышка от старого ржавого ведра и ножницы по металлу. И дальше вперед из песни. Вот он наш передний значок. Мы его выдерем, как правильно по-русски. Так, сейчас настрою камеру, чтобы можно было красоту красивую наблюдать. Вот таким вот образом. Вот. Нужно нарисовать кружочек. Квадратик. А рисовать-то и нечем. Ха-ха. Сейчас все найдем. Самый главный инструмент. Акварельный карандаш. Итак, приложили. Нарисовали. И рукоделие ножницами все это совершенно чудесным образом вырезали. Вы думаете, получится? У меня уже есть сомнения. Какая-то уставшая эта жестяночка. Или руки у жестянщика не с того места растут. Чудо чудесное получилось. Просто фантастически красивый значок. Дальше немножко чудесного клея. Так, не хочет. И этот не хочет. Сегодня какой-то день нехотелок. Все, что может не хотеть, все сегодня не хочет. Компонент эпоксидной смолы. Тихо. Уже никто никуда не бежит. Чудесненько. Дальше все это восхитительным образом перемешиваем.
покрываем поверхность Volkswagen клеем. Не жалеем. Чего жалеть его? Клей, клей, есть клей. Никуда не убегает. Прижимаем красоту красивую. Так, а теперь надо ее каким-то образом зафиксировать. И сделаем это при помощи скотча. Все, что нельзя починить при помощи отвертки инструментов, все это можно починить при помощи обычного примитивного скотча, у которого есть только одна проблема. Никогда не можешь найти, где находится вот это вот чудесное начало, от которого начинать. Раз, два, три. Прижали. Теперь прижмем поперек. Есть. И еще один разок для полного счастья. Все. Оставляем на 24 часа. Буквально прямо на машине. Так. Какая красота получилась, а? Просто неимоверная красота. Все, что нельзя сделать в мастерской, можно сделать в походных условиях. В кукурузном поле. Тюнинг в кукурузном поле. И таким же образом уберем и задний значок. Все, друзья, из кукурузного поля. Привет от Игоря. Пойдешь в сторонку или будешь стоять? Успешно объехал. Результат работы фантастично красив. Колхозно элегантен. Или элегантно колхозен.